Реклама – двигатель прогресса, но двигатель этот не может быть расположен там, где душе предпринимателя угодно. В последние годы в городе появилось множество красочных рекламных конструкций, и располагаются они хаотично. Но теперь, в связи с изменениями в федеральном законе о рекламе, в Чебоксарах будет разработана специальная схема местоположения рекламных конструкций. На публичных слушаниях городской администрации внесли изменения в устав столицы. Раньше предприниматели сами выходили с предложением городу, где бы они хотели разместить рекламные щиты. И глава администрации, либо глава города обычно принимали положительное решение. Теперь руководители подразделения администрации города вместе с мэром и главой администрации разработают схему местоположения рекламных щитов в городе. И уже за конкретные места предприниматели будут бороться на торгах. Это был процесс неуправляемый. Теперь администрация города будет сначала разрабатывать схему размещения рекламных конструкций. Депутаты будут утверждать, и будет понятная картина, где находятся рекламные конструкции. И эта картина будет отражена в сети интернет на определенной карте. Рекламные конструкции, которые уже существуют, убирать не будут. Большинство городских рекламных щитов попадут в будущую схему размещения. Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев. Республика.